После реконструкции полностью преобразился внешний вид сквера памяти погибших шахтеров в селе Шибунино. Площадь сквера заметно расширилась. Появилась аллея, бетонное и плиточное покрытие. Установлены декоративные светильники и ограждения. На территории сквера разбиты цветочные клумбы, установлены лавочки. Проект обустройства сквера памяти погибших шахтеров был предложен учащимся средней школы села Шибунино в 2018 году в рамках инициативного бюджетирования программы «Молодежный бюджет» и был успешно реализован в текущем году. Служба информации Невельских новостей.